Мы поехали в эту экспедицию с компанией Invitro для того, чтобы проехать по деревням и городам Урала и брать анализы крови у населения. Сегодня второй день экспедиции, и, на мой взгляд, все проходит достаточно эффективно и здорово, да, то есть цели, которые ставит перед собой организатор, ну, я уверен, что они будут достигнуты.